Конкурс «Лучший по профессии» ежегодно проходит в Одинцово. Кондитеры, повара, официанты в напряженной борьбе отстаивают имя своего ресторана. На этот раз организаторы решили учредить премию и выбрать лучший ресторан города. Я вижу, вот настолько люди стараются, просто стараются. Действительно, трудно будет выбрать, наверное, победителя в этом конкурсе. Вот я вижу, что «Ковчег» украсил свои столы осенью. Вы обратите внимание, что это все осеннее. Действительно видно, что осень – самое богатое время года. Конкурсантам пришлось непросто. По регламенту необходимо было не только представить свое заведение и его кухню, но и показать свое мастерство поварам и официантам. Не всем удалось мастерски справиться с заданием. Сказывалось волнение. Должно быть все очень красиво, оригинально и вкусно. Соответственно, и судить мы тоже будем по этим качествам, чтобы все было оригинально, вкусно и красиво. Мы за день начали уже и печь пирожки, и, можно сказать, торт киевский наш, и наш торт маковый. Такого нигде нету, ни в каком ресторане, кроме «Кошмата Разбульба». Даже наш, как бы, каравай, пирожки, это тоже этим гласят. Ну и, конечно, чем же? Борщ. И сало. Этим будет самое главное наше достижение – с пампушкой и чесноком. Ресторан всегда активно принимает участие во всех конкурсах, городских, районных. Мы всегда это принимаем с удовольствием, эту конкуренцию. Это уже как спорт, это повышение квалификации. Мы всегда рады показать свой профессионализм, свою команду, сплоченность, единство. Чтобы победить в этом конкурсе, главное не только продемонстрировать мастерство, но и показать командный дух. С этим блестяще справился ресторан «Ковчег». Болельщики поддерживали своих любимцев бурными аплодисментами. Отбоя от желающих попробовать ароматные блюда не было. Здесь каждый нашел что-то на свой вкус. Впечатления самые наилучшие. Ребята все молодцы. Очень хорошо подготовились, очень сильные команды. Очень красиво собранные столы. Богато представлен ассортимент каждого ресторана. Я кушаю борщ с грушей из Тараса Бульбы. Очень необычный вкус, необычный. Мне нравится, вкусно. Я у них выпросила борща, ложку, и мне понравилось. Очень необычно. Попробуйте. Пока взрослые дегустировали блюда и напитки, дети играли в холле. Кстати, некоторые из них, возможно, выберут в будущем профессию повара, потому что обожают готовить. Повар – это тот, кто готовит людям еду. Вот я так считаю. Я тоже иногда готовлю суши, мне тоже нравится. Ну, как-то у меня получается, конечно, чуть-чуть не так, но все равно получается. Участники, можно сказать, прошли огонь, воду и медные трубы. Разделывали рыбу, лепили пельмени, готовили салаты и даже соревновались в подаче блюд. Со всеми заданиями конкурсанты справились на пятерку. С разрывом в несколько баллов конкурс выиграла команда ресторана «Ковчег». Это победа всех без исключения, ведь каждый внес свой вклад. От шеф-повара до официанта. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».